Привет, друзья, Миран на связи. Здесь, на YouTube, я в основном обитаю на канале своего видеоблога Metal Music Madness. Но помимо этого, играю на ударной группе Sunwalter, периодически вписываюсь во всякие сессионные проекты, и вот недавно открыл этот канал, где буду выкладывать свои барабанные кавера и всяческий околобарабанный став. А сейчас я хочу поделиться своими впечатлениями от тарелок серии Crystal российского производителя ED Symbols. ED Symbols — это первая в России и Восточной Европе мануфактура по производству тарелок для ударных. И когда я узнал, что у нас появился производитель железа, то, естественно, сразу захотел его попробовать. Благо, порог вхождения в виде цены оказался достаточно невысоким, и я, без особого стеснения, смог позволить себе покупку двух крэшей 16 и 17 дюймов и 14-го хэта. Брал в основном для игры в Digimortal и Sunwalter, где зачастую идет такое сплошное турбовалево в хэт и крэш. Поэтому для начала, по сэмплам в инете, выбрал серию Crystal из-за ее прорезного характера. А когда тарелки приехали ко мне домой, то первым впечатлением стало... Черт, какие же они красивые. Да, признаюсь, внешний вид стафа для меня очень важен, но все же звук играет решающую роль. И тут эти тарелочки оправдали ожидания на все 100. Они обладают очень ярким верхастым тембром, самое то, чтобы прорезать микс в металле. Но и в более софтовой музыке им легко можно найти применение. Например, первое видео на моем канале — кавер на Эрнеста «Заткнитесь». Я выбрал трек специально, чтобы разложить его на два крэша и хэт и показать, насколько богато может звучать даже такой небольшой сет. В общем, в случае с ED Symbols я очень горд за отечественного производителя. Круто, что у нас появились такие профессиональные и отзывчивые ребята с такой богатой линейкой продукции. Искренне желаю им успехов в работе. Ну а мы с Sunwalter в марте едем в очередной европейский тур, следите за обновлением дат на нашем сайте, а я к тому времени, думаю, обзаведусь кристалловскими райдом и чайной и поеду в тур уже с фулл-сетом от ED Symbols. Буду рассказывать о своих впечатлениях на этом канале, в инстаграме и во всяких социалочках. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. С вами был Миран. До связи.